Глава Вологды Евгений Шулепов поздравил строителей с профессиональным праздником. День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году он выпадает на 9 число. Сегодня в торжественной обстановке глава города вручил представителям отрасли почетные грамоты и благодарственные письма. Подробности смотрите далее. Сегодня в строительной отрасли заняты более 10 тысяч вологжан. На территории города работают свыше 3 тысяч строительных организаций. Работа идет по всем направлениям – строительство жилья, социальных объектов, дорог. Кроме того, строительные предприятия активно работают в рамках государственно-частного партнерства, помогая в реализации городских проектов. Среди них реконструкция Парка Победы, ремонт детских площадок, установка спортивных комплексов на территории города. Проект-шефы, именно благодаря вам мы подготовили школы, детские садики, дополнительное образование к учебному году. И в этом году этот проект точно так же работает. И уже сегодня, на сегодняшний день, все школы сданы, все акты подписаны. Думаю, что в течение этой недели и детские садики все будут подготовлены к новому учебному году. В этом тоже огромная ваша заслуга. За эти и многие другие заслуги были отмечены сегодня работники строительной отрасли, ветераны, почетные граждане города Вологды, руководители предприятий. В канун профессионального праздника глава города Евгений Шулепов вручил знаки отличия за доблестный труд во благо Вологды, почетные грамоты и благодарности. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда-Портал.